Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта «Дом-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Маша Чужакова покинула проект. Как вы помните, она появилась на «Доме-2» благодаря знакомству с ведущей Олей Бузовой. Спустя некоторое время она стала очень популярной у парней, и за ее сердце боролись сразу 4 человека. Сама Маша выбирала между Греком Николасом и Федором Стрелковым. И вдруг, внезапно, она заявила, что покидает телестройку, а причиной ухода стал молодой человек за периметром. Игорь Трегубенко и Элла Суханова планируют свою свадьбу. Они хотят совместить приятное с полезным и сделать 2 торжества, одну свадьбу на Сейшелах, а вторую в Москве. Они ходят по свадебным выставкам, знакомятся с нужными людьми, которые помогут им организовать свадьбу. Также в сети появились слухи касательно этой пары. Якобы сестра Эллы собирается на проект, чтобы помешать ее браку с Игорем. Потому что она считает, что Игорь ее обманывает, на самом деле он любит мальчиков, и Элла ему нужна только из-за московской прописки. На Сейшелах все одно и то же. Оля Рапунцель с Димой Дмитриенко сутки напролет выясняют отношения. А Кристина Лисковец и Тимур Гарафутдинов после первой ночи любви на острове не могут найти общий язык. Кристина затосковала в этих отношениях, хотя их полноценному роману всего-то несколько дней. Она пишет: «А у нас непонятки с Тимом, то ли притирка, то ли женские дни, то ли жара так действует, пытаемся найти общий язык». Фанаты телепроекта считают, что Кристине на самом деле не нужен был Тимур. У нее просто присутствовал азарт, она хотела увести его у Саши Харитоновой. А теперь она ищет любую причину, чтобы слиться от парня. Марина Африкантова вместе с мамой гуляет в Дубае по клубам. Татьяна Владимировна под впечатлением, она пишет: «Мы посетили самый лучший дорогой ночной клуб, фейс-контроль был серьезный, но звезд пустили. Ох уж вечер был на славу, отбоя у Марины нет в женихах, не надо слезы лить, иди и танцуй». Андрей Чуев оскорбил Татьяну Владимировну. В ее блоге в комментариях к фотографии он написал: «Вот тут вас идиоток толпа, а мама Таня ваш главарь. И кстати, я не просто мужик, а мужик с большой буквы. Курицы тупые». Также Андрей сообщил, что он подписал документы на развод, что они остаются друзьями с Таней Киоси, чего подписчикам Татьяны Владимировны никогда не понять. В сети появилось интервью Элины Камерен, где она намекает на расставание с Сашей Задойновым. До недавнего времени Элина старательно опровергала подобные сплетни. На вопросы, почему Саши нет на ее фотографиях, она говорила, что он просто устал от публичности. То, что они живут в разных городах, объясняла так, что у нее работа в Москве, а у Саши благотворительный фонд в Ярославле. Элина сказала в интервью: «Все не так, как многие думают. Никто, кроме меня и Саши, не знает, что на самом деле у нас происходит. Я ничего комментировать сейчас не готова». Как оказалось, Элина продала эту новость одному известному изданию, и только ему она расскажет все в подробностях в ближайшем времени. Кстати, Надя Ермакова подтвердила, что Задойнов и Камерен расстались. А причина расставания, конечно же, финансы, которыми не может обеспечить ее Саша и которых ей всегда мало. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!